Заканчивают гонщики сейчас первый круг. И Сахара смог вернуть себе первую позицию. Так что все-таки не пускает он вперед Бенджамина Барникота. А здесь за пределами трассы оказывается Антони Юбер, выигравший в этом году уже три гонки в альпийской серии. Но там всякий раз он выступал по вайлдкарт, так что в чемпионате он очков не набирает. И ох, сколько здесь сражений на пути к шпильке. Ля Сурзе до контакта доходят здесь. Макс Дюфурни едва не потерял машину, и авария. И здесь Деннис Ольсен и еще несколько пилотов. И что же, для Денниса Ольсена по-настоящему кошмарный уикенд. Вчера он потерял второе место в турнирной таблице. А сегодня, судя по всему, потеряет еще и третий. Ольсен, который, напомню, год назад стал здесь серебряным призером. Смотрим еще раз. И что же, Ольсен, похоже, здесь был сам виноват. И выбил он Луи де Летраза, лидера чемпионата. Вот так поворот. Два гонщика из первой тройки в чемпионате сейчас заканчивают вторую гонку второго этапа уже в самом начале второго круга заезда.